Разнообразие астрономических объектов на просторах Вселенной не может не удивлять. Некоторые из них почти незаметны на фоне космической пустоты. Другие же можно увидеть за миллиарды световых лет. Объединенные силами гравитации, пронизывающими пространство, они формируют уникальные структуры со сложным строением, такие как планетные системы, звездные кластеры или галактики. Давайте же совершим путешествие по самым интересным из них. В первую очередь мы посетим несколько примечательных систем, расположенных в пределах 50 световых лет от Земли. Затем направимся в звездное скопление Вестерлунд-1. После чего сделаем круг по галактике, чтобы познакомиться с самыми жуткими планетами, известными на настоящий момент. Покинув Млечный Путь, мы преодолеем миллионы световых лет и посетим несколько необычных галактик. А затем направимся на самый край Вселенной к древнейшему космическому объекту, обнаруженному учеными. Квазару PSO-167-13. Дорога домой будет долгой, поэтому у нас будет достаточно времени, чтобы поразмыслить над тем, почему наша Вселенная имеет именно такой облик, как сейчас. Что лежит в основе ее законов, и что случилось бы, если фундаментальные постоянные отличались от известных нам значений. Антропный принцип поможет нам получить ответы на эти сложные и неоднозначные вопросы. Приготовьтесь, мы начинаем. Космо. Первый космический. Исследование Вселенной невозможно без объединения усилий всех стран мира. Языком международного общения давно стал английский. К счастью, есть способ легко улучшить свои навыки в нем. Онлайн-платформа Puzzle English — это легкий и удобный способ изучения английского языка, который подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже имеет определенные навыки общения. Например, курс Method Teacher представляет собой понятные и увлекательные видеоуроки, построенные по принципу «от простого к сложному», что позволяет успешно усвоить тему. Каждый курс можно приобрести по отдельности, либо получить полный доступ ко всем материалам платформы как на ограниченное время, так и навсегда. Кроме метода Teacher, в премиум входят дополнительные упражнения для изучения новых слов, грамматики и понимания речи на слух. Переходите по ссылке в описании, используйте промокод COSMO и начинайте учить английский вместе с Puzzle English. Космическое пространство в радиусе 50 световых лет от Солнечной системы содержит около 1400 звездных систем. Некоторые из них являются кратными и содержат два и более компоненты. Поэтому общее число наших звездных соседей превышает 2000 объектов. Среди них можно встретить самые разнообразные светила, от тусклых красных карликов до ярчайших гигантов, раскаленных до невообразимых температур. Эти невероятные масштабы и удивительное изобилие разновидностей космических объектов не могут не поражать воображение. Чтобы рассказать о каждом из них, потребовалось бы огромное количество времени. Сейчас мы будем двигаться с невероятной скоростью, во много раз превышающую скорость света. Преодолеем десятки световых лет межзвездного пространства за считанные минуты. Нас встретят самые интересные космические объекты, окружающие Солнечную систему. Иные миры и звезды уже ждут. Сделав виток возле Проксимы Центавра и мгновенно преодолев 11 световых лет, мы приблизимся к тусклому красному карлику под названием ROS-128. Его не видно с Земли невооруженным глазом, но возле этого непримечательного светила расположена одна из ближайших к нам экзопланет земного типа — ROS-128b. Причем, в отличие от более близкой и холодной Проксимы Центавра B, это небесное тело обладает относительно умеренной температурой — от минус 60 до плюс 21 градуса Цельсия.
Если предположить, что ее поверхность схожа с земной и поглощает 70% падающего света, то расчетная средняя температура планеты составит около 7 градусов Цельсия. Это на 8 градусов меньше, чем у современной Земли, но вполне достаточно для поддержания жизни. Масса экзопланеты примерно на 35% превышает земную, а радиус пока что не измерен. Если она состоит из тех же пород, что и наша планета, то ее диаметр должен превышать земной приблизительно на 10%. При этом ускорение свободного падения на поверхности небесного тела превысит аналогичное значение для нашей планеты всего лишь на 12%. Таким образом, если расчеты верны, то условия на поверхности Росс-128b близки к земным. К тому же система быстро движется в направлении Солнца и всего через 79 тысяч лет окажется ближе к нам, чем Проксима Центавра, которая, наоборот, удаляется от Земли. Как и большинство известных экзопланет, Росс-128b расположена очень близко к материнскому светилу. Расстояние от нее до центра системы составляет всего лишь 0,05 астрономической единицы, в 20 раз меньше, чем от Земли до Солнца. Экзопланета делает полный оборот вокруг звезды чуть менее, чем за 10 дней, и, скорее всего, находится в приливном захвате. Масса Росс-128 составляет приблизительно 17% массы Солнца, а радиус равен 0,2 от солнечного. Температура поверхности звезды вдвое меньше, чем у нашего светила, и составляет 3192 Кельвина, а светимость примерно в 300 раз меньше солнечной. Также важно то, что Росс-128 — относительно спокойная звезда. Ее светимость постоянна и стабильна, а поверхность крайне редко испытывает возмущение от вспышек и выбросов звездного вещества, губительных для всего живого. Если мы продолжим двигаться дальше, то в 12 световых годах в противоположном от Солнца направлении обнаружим звезду Лейтона, известную также как GJ-273. Она обладает одной из самых больших планетных систем, обнаруженных учеными в ближайшем секторе космоса. Само светило представляет собой красно-оранжевый карлик массой всего лишь 25% от массы Солнца. Ее радиус втрое меньше, чем у нашей звезды, а светимость в 435 раз меньше солнечной. Неудивительно, что без телескопа заметить данную звезду на небосводе невозможно. Однако возле нее обнаружены сразу 4 объекта, 2 из которых уже признаны экзопланетами, а 2 других еще ждут подтверждения своего статуса. Первый из них имеет обозначение Лейтон-B и был открыт благодаря высокоточному измерению собственного движения звезды. Согласно расчетам, масса объекта равна примерно 2,89 от массы Земли, а радиус превышает земной приблизительно на 35%. Таким образом, данное небесное тело относится к классу суперземель, и гравитация на его поверхности может быть приемлемой для человека. Расстояние от центра системы до Лейтон-B составляет около 0,1 астрономической единицы. Однако объект получает примерно столько же света от материнской звезды, сколько и наша планета. Благодаря этому небесное тело находится в обитаемой зоне своего светила и может считаться потенциальным кандидатом для поиска внеземной жизни. Расчетная температура его поверхности составляет от 259 до 292 кельвинов, или от минус 14 до плюс 19 градусов Цельсия. Таким образом, условия на Лейтон-B могут быть достаточно благоприятными для человека. Второй подтвержденной экзопланетой системы является Лейтон-C. Этот космический объект соизмерим по массе с Землей, но расположен гораздо ближе к материнской звезде. Точные параметры его орбиты пока не определены, но период обращения вокруг центра системы составляет всего лишь 4,7 дня. Скорее всего, он представляет собой раскаленное и неприветливое небесное тело, лишенное атмосферы и повернутое к звезде одной стороной.
Два других объекта системы были обнаружены в 2019 году и пока еще ждут подтверждения. Согласно предварительным данным, это ледяные гиганты массой от 5 до 15 земных. Радиусы их орбит лежат в пределах 0,8 астрономической единицы, а периоды обращения вокруг центра системы не превышают 558 дней. Из-за того, что звезда Лейтона относительно холодное светило, и данные объекта лежат за пределами ее зоны обитаемости, их температура, скорее всего, очень низкая. Эти небесные тела еще предстоит исследовать подробнее. Оставив систему Лейтона позади и отправившись дальше, мы обнаружим светило, называемое Альтаиром. Оно расположено в 16,8 светового года от Земли и представляет собой яркую бело-голубую звезду массой около 1,8 солнечной, возраст которой составляет порядка 1,2 миллиарда лет. Светило испускает почти в 11 раз больше световой энергии, чем Солнце, и является одним из самых заметных объектов земного небосвода. Альтаир примечателен тем, что очень быстро вращается вокруг собственной оси, примерно в 67 раз быстрее, чем Солнце. Он делает полный оборот чуть менее чем за 9 часов, а скорость движения звездного вещества на экваторе составляет примерно 286 км в секунду. Чрезвычайно быстрое вращение приводит к тому, что форма светила далека от идеального шара. Экваториальный диаметр звезды на 22% больше расстояния между полюсами и примерно вдвое превышает диаметр Солнца. Эта же особенность формы является причиной того, что температура и яркость Альтаира также неравномерны. Вещество в экваториальной его части заметно холоднее и темнее, чем на полюсах. Так, температура экватора составляет всего лишь 6900 кельвинов. В то же время полюса звезды раскалены до 8500 кельвинов, что соответствует приблизительно 8200 градусам. Сперва вывод о необычной форме объекта был сделан на основании расчетов. Однако в 2007 году было получено изображение звезды в виде диска, подтвердившее данное предположение. При этом Альтаир стал первым светилом за пределами Солнечной системы, для которого был получен подобный снимок. К сожалению, ни одной планеты возле него пока что не обнаружено. Однако наблюдения свидетельствуют о наличии колец или газовой туманности, окружающих звезду. Свет Альтаира рассеивается в этих структурах, образуя масштабную интерференционную картину. Гигантскую околозвездную радугу. К сожалению, несмотря на красоту и величественность, это явление частично скрывает звезду, затрудняя ее исследование. Если мы продолжим полет сквозь космическое пространство, то сможем достигнуть Фомальгаута. Эта звездная система из трех компонентов расположена в 25 световых годах от Земли. И долгое время все три светила, входящие в ее состав, считались независимыми космическими объектами. Лишь в 2013 году было доказано, что они связаны гравитационными силами и образуют единую космическую структуру огромных размеров. Таким образом, Фомальгаут является, пожалуй, самой обширной кратной звездной системой, расположенной поблизости от нашей. Максимальное расстояние между его компонентами составляет 3,2 светового года. При этом на ночном небе Земли между наиболее удаленными объектами системы можно разместить почти 11 лунных дисков. Самый известный, заметный и крупный компонент системы носит название Фомальгаут-A. Это молодое и горячее светило, масса которого на 92% превышает массу Солнца, а радиус составляет около 1,85 солнечного. Именно эту яркую звезду люди с древних времен называли Фомальгаутом, не подозревая о существовании иных, менее заметных компонентов системы. Светимость объекта в 16 раз превышает аналогичный показатель нашего светила, а температура составляет около 8500 кельвинов или 8200 градусов Цельсия.
Возраст Фомальгаута A составляет от 400 до 480 миллионов лет. Современные модели эволюции звезд предсказывают светилу продолжительности жизни около 1 миллиарда лет, после чего оно, скорее всего, взорвется сверхновой и превратится в белый карлик. Звезда окружена протопланетным газопылевым диском, разделенным на несколько частей. Его внутренний радиус равен 133 астрономическим единицам, а ширина составляет около 25 астрономических единиц. Вероятно, в этом диске все еще идет процесс образования небесных тел, что неизбежно привлекает внимание астрономов. Также долгое время предполагалось наличие массивной планеты в околозвездном пространстве Фомальгауты. Она даже получила собственное имя — Дагон. Однако последующие наблюдения показали, что ее существование маловероятно. Скорее всего, за экзопланету было принято обширное облако пыли, образовавшееся в результате столкновения астероидов или комет. На расстоянии в 0,9 светового года от главного компонента системы расположен Фомальгаут B, известный также как TW Южной Рыбы. Это оранжевый карлик массой порядка 70% солнечной, причем его радиус составляет около 63% от аналогичного показателя нашего светила. Температура поверхности звезды оценивается примерно в 4700 кельвинов, что соответствует 4400 градусам Цельсия. Однако светимость объекта в 5 раз меньше солнечной. В 2019 году в результате анализа спектра и собственного движения светила было высказано предположение, что возле него может обращаться небесное тело массой от 0,6 до 1,9 массы Юпитера. Его существование еще предстоит подтвердить дополнительными наблюдениями, а параметры орбиты вычислены очень приблизительно. Согласно этим расчетам, период обращения гипотетической планеты вокруг материнской звезды должен составлять около 25 лет. Третьим светилом системы Фомальгаута является красный карлик LP-876-10, расположенный в 2,5 световых годах от главного компонента системы. Эта звезда примерно в 5 раз легче Солнца, а температура ее поверхности составляет чуть больше 3100 кельвинов. Период обращения LP-876-10 вокруг Фомальгаута A равен около 20 миллионов лет, из чего следует, что за все время существования системы красный карлик совершил всего 22 оборота вокруг своего большего компаньона. Планет возле данного светила пока не обнаружено. Однако наблюдения позволяют предположить наличие газопылевого диска радиусом от 10 до 40 астрономических единиц. Следующая наша цель расположена в 37,3 светового года от Земли. Именно на таком расстоянии от нас находится Арктур — самая яркая звезда северного полушария и четвертая на всем звездном небе. Это светило является главным компонентом двойной звезды и представляет собой яркий оранжевый гигант. Его жизненный цикл близится к концу. Большая часть водорода уже превратилась в гелий, и сейчас он сжигает остатки своего звездного топлива, медленно увеличивая свой объем. Арктур — самая яркая звезда гигантского небесного потока, названного в его честь. Эта титаническая структура представляет собой остатки карликовой галактики, поглощенной Млечным путем около 2 миллиардов лет назад. Она содержит 53 светила, большая часть из которых является старыми и тусклыми звездами, гораздо менее впечатляющими, чем Арктур. Гигант испускает в 170 раз больше световой энергии, чем Солнце, хотя температура его поверхности заметно меньше — всего лишь 4251 кельвин. Предположительно, в прошлом Арктур был похож на нашу звезду, ведь его масса всего лишь на 10% больше солнечной. Однако неизбежное выгорание звездного топлива и внутреннее давление раскаленной плазмы превратило светило в оранжевый гигант,
и теперь его радиус превышает солнечный в 25 раз. Согласно современной теории эволюции звезд, такое же будущее ожидает и Солнце. Возраст гиганта оценивается в пределах от 6 до 8,5 миллиардов лет. Трудно предсказать, когда он вспыхнет сверхновой, завершив свой жизненный цикл. Однако это произойдет весьма скоро, по космическим меркам. Сбросив внешние оболочки, Арктур превратится в раскаленный белый карлик, обреченный на долгие миллиарды лет медленного остывания. Второй компонент системы теряется на фоне своего гигантского соседа. Небольшая звезда светимостью в 20 раз меньше Арктура расположена так близко к нему, что определить ее параметры практически невозможно. Если в этой звездной системе когда-то и успели сформироваться планеты, то они, скорее всего, были поглощены самим Арктуром много миллионов лет назад. В любом случае, иных объектов в окрестностях звезды пока что не обнаружено. Звездным скоплением называется группа звезд, образовавшихся из одного гигантского облака межзвездного вещества. Эти светила имеют практически одинаковый состав и возраст, образуя систему, связанную воедино гравитационными силами. При этом выделяют два основных типа звездных скоплений – рассеянные и шаровые. Рассеянные звездные скопления являются результатом развития звездных колыбелей – областей космического газа, в которых идет активное образование звезд. Поэтому данные скопления состоят преимущественно из молодых светил и большого количества межзвездного водорода. Гравитационные связи внутри них не очень велики, и чаще всего рассеянное скопление распадается спустя несколько сотен миллионов лет после своего образования. Некоторые его члены продолжают совместное движение, образуя звездный поток. Другие полностью отрываются от группы и начинают собственную жизнь. В нашей галактике обнаружено более 1100 рассеянных звездных скоплений. Причем, скорее всего, это лишь малая их доля. Шаровые скопления больше и плотнее рассеянных. Они состоят из старых и не очень тяжелых звезд. Среднее расстояние между звездами в них составляет от 4 до 6 световых месяцев, а масса может достигать миллиона солнечных. Млечный путь содержит не менее 150 звездных скоплений этого типа, а туманность Андромеды – более 500. Обычно рассеянные скопления относительно небольшие, но некоторые из них включают в себя тысячи звезд. Такие объекты называют звездными суперкластерами. Предполагается, что самые крупные из них в конце концов превратятся в шаровые. Стоит лишь подождать несколько миллиардов лет, пока самые массивные звезды сгорят и взорвутся. Одним из крупнейших звездных суперкластеров в нашей галактике является Вестерлунд-1. Он был обнаружен еще в 1961 году шведским астрономом Бенгтом Вестерлундом. Однако из-за сложностей в наблюдении долгое время оставался изучен лишь в самых общих чертах. Расстояние от центра скопления до Солнечной системы определено приблизительно и составляет от 10 до 15 тысяч световых лет. Это число кажется огромным, но на самом деле Вестерлунд-1 является одним из ближайших к Земле звездных суперкластеров. Поэтому наблюдения за ним очень важны для понимания процесса эволюции звезд. Диаметр Вестерлунд-1 составляет около 7 световых лет. Поразительно, но в столь крошечном по меркам Вселенной участке космического пространства сосредоточены тысячи звезд общей массой около 63 тысяч Солнц. Несложные расчеты показывают, что расстояние между основными членами скопления составляет всего несколько световых месяцев, а для компонентов двойных систем гораздо меньше. Из-за невероятной плотности светил в скоплении и облаков межзвездного газа, окружающих его, свет тысяч звезд сливается вместе, затрудняя наблюдение и подсчет. Поэтому точное количество объектов, составляющих Вестерлунд-1, пока не определено. Среди них уже обнаружены 6 желтых гипергигантов, 4 красных сверхгиганта. 24 звезды Вольфа-Рае
и сверхгигант с необычным спектром излучения, который, предположительно, является результатом столкновения двух массивных звезд. Кроме того, среди светил, формирующих скопления, обнаружено множество горячих голубых гигантов, а также аномальный рентгеновский пульсар, представляющий собой нейтронную звезду, вращающуюся с невероятной скоростью. Также среди светил Вестерлунд-1 необычайно высокое содержание двойных звезд. Возможно, это следствие высокой плотности объектов скопления. Считается, что все объекты звездного скопления сформировались примерно в одно и то же время. При этом, согласно современной теории эволюции звезд, красные сверхгиганты не могут иметь возраст меньше 4 миллионов лет. С другой стороны, звезды Вольфа-Рае, находящиеся на завершающей стадии своей эволюции, в изобилии присутствуют в данном кластере. При этом известно, что общая продолжительность их жизненного цикла редко превышает 5 миллионов лет. Таким образом, возраст Вестерлунд-1 определен весьма точно и составляет всего лишь от 4 до 5 миллионов лет, секунды по меркам Вселенной. Примерно во время его формирования по Земле уже бродили первые австралопитеки и саблезубые тигры, а динозавров остались лишь окаменелые останки. Математическое моделирование процесса образования кластера показывает, что скопление могло содержать от 50 до 150 тяжелых звезд, которые к настоящему времени должны были уже закончить свой жизненный путь, исчерпав запасы звездного топлива. Если расчеты верны, то сверхновые в скоплении должны были вспыхивать в среднем каждые 10 тысяч лет в течение последнего миллиона лет. Ведь чем тяжелее звезда, тем быстрее она завершает свой жизненный цикл, вспыхивая сверхновой, оставляя после себя черную дыру, нейтронную звезду или белый карлик. Однако пока обнаружен только один подобный объект. Предполагается, что многие сверхмассивные звезды оставили после себя черные дыры, которые крайне трудно обнаружить. Звездное скопление Вестерлунд-1 содержит одну из крупнейших известных звезд, которая носит название Вестерлунд-1-26. Из-за сложности в наблюдении ее радиус определен приблизительно и лежит в пределах от 1,5 до 2,5 тысяч солнечных. Если истинный размер звезды ближе к верхней границе, то Вестерлунд-1-26 может быть крупнейшим светилом, известным человечеству. Однако более вероятен радиус чуть больше 1,5 тысяч солнечных. Тем не менее, даже в этом случае Вестерлунд-1-26, помещенный на место Солнца, поглотил бы все планеты вплоть до Юпитера. Светимость супергиганта примерно в 380 тысяч раз превышает солнечную, однако температура поверхности сравнительно невелика, всего около 3000 кельвинов. Масса звезды пока неизвестна, однако, согласно современным представлениям об эволюции звезд, она должна составлять порядка 20 солнечных. Другим необычным объектом скопления является магнитар с труднопроизносимым названием, который является самым сильным источником рентгеновского излучения в этой части космоса. Он расположен на расстоянии около 16 тысяч световых лет от Солнца и представляет собой нейтронную звезду с периодом обращения около 10 секунд. Это достаточно медленно по сравнению с другими объектами данного класса, вращающимися со скоростью несколько оборотов в секунду. Так как все звезды скопления с высокой вероятностью возникли примерно в одно и то же время, звезда-прародительница этого магнитара исчерпала запасы своего термоядерного топлива всего за 5 миллионов лет. Это означает, что ее масса при формировании должна была составлять не менее 40 солнечных. Однако в этом случае ее взрыв в качестве сверхновой должен был оставить после себя не нейтронную звезду, а черную дыру. Выходит, что звезда-прародительница должна была каким-то образом потерять до 95% своего вещества до взрыва сверхновой. Одно из возможных решений этой загадки заключается в том, что данный объект был порожден не одиночной, а двойной звездой. Невероятно быстро вращаясь вокруг общего центра масс, компоненты системы должны были активно обмениваться веществом.
Взрыв сверхновой разметал большую его часть по окружающему пространству, а второй компонент был выброшен из системы. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является звезда Вестерлунд-1.5, расположенная неподалеку от Магнитара. К сожалению, вероятность обнаружить планеты внутри звездного скопления Вестерлунд-1 крайне мала. Во-первых, возраст составляющих его звезд слишком мал для их образования. Этому грандиозному процессу необходимо как минимум несколько сотен миллионов лет. Во-вторых, даже спустя миллиарды лет, когда скопление, скорее всего, превратится в шаровое, ожидать появления пригодных для жизни объектов вряд ли стоит. Близость крупных и тяжелых звезд делает орбиты планет нестабильными. А при некоторых условиях прохождение массивного объекта неподалеку от звездной системы может и вовсе разрушить ее. Кроме того, тысячи активных светил, сосредоточенных в небольшом секторе космического пространства, создают крайне мощный радиационный фон. А частые вспышки близких сверхновых станут причиной всплесков губительного гамма-излучения, выжигающего любую жизнь на поверхности планет. Вполне вероятно, что даже если человечество найдет способ преодоления межзвездных расстояний, скопления надолго останутся смертельно опасной зоной. Освоение космоса стало возможным благодаря развитию IT-технологий. Искусственный интеллект и нейросети сегодня управляют спутниками, сажают марсоходы и выполняют другие задачи, без которых нельзя представить нашу жизнь. Все это работа дата-сайентиста. Данная профессия является одной из самых востребованных, а освоить ее может каждый, независимо от образования и сферы деятельности. Причем средняя заработная плата может достигать 250 тысяч рублей. Получить профессию будущего помогут в Skill Factory на курсе Data Science. Он построен по авторской программе, состоящей из практики на 80%. А занятия ведут эксперты из Яндекса, Nvidia и Eora. На любом этапе можно рассчитывать на помощь ментора. А подготовка к трудоустройству начинается еще во время обучения. Более 6000 человек уже прошли программу и, судя по отзывам, остались довольны качеством и форматом курса. Переходите по ссылке в описании прямо сейчас и сделайте шаг навстречу будущему. По промокоду Космо действует скидка 45%. А мы тем временем продолжим наше путешествие сквозь бесконечный космос. В 2020 году, в преддверии Хэллоуина, НАСА составили список самых пугающих миров, и в их число вошло 6 экзопланет. Каждая из них представляет из себя объект, на котором не только существуют экстремальные для любого живого организма условия, но даже само пребывание в их окрестностях может оказаться смертельным. Первым из них стал газовый гигант под названием TRESS-2b. Это небесное тело обращается вокруг звезды TRESS-2, желтого карлика, который находится от нас на расстоянии 718 световых лет. TRESS-2b имеет уникальный химический состав поверхности, благодаря которому планета поглощает более 99% поступающего на нее света. Причина же таких свойств до сих пор неизвестна. И, возможно, на этом небесном теле происходят такие химические реакции, которые ранее нам не удавалось зафиксировать ни на одном подобном объекте. И именно они делают TRESS-2b самой темной из известных нам экзопланет. Обнаружение этого газового гиганта произошло 21 августа 2006 года, а более подробные характеристики были получены спустя несколько лет. Масса TRESS-2b равняется 1,2 массы Юпитера, радиус достигает 1,27 радиуса Юпитера. Атмосфера планеты раскалена до 1000 градусов по Цельсию, благодаря чему экзопланета испускает слабое красное свечение, подобно раскаленным углям. Однако даже несмотря на весь ее мрачный облик, TRESS-2b нельзя назвать самым опасным местом в нашей Вселенной. Ведь кроме нее в космосе скрывается гораздо большее число пугающих объектов. Перед вами экзопланета под названием 55 Рака-И,
расположенная в системе солнцеподобной звезды 55 Рака Эй. Это небесное тело было открыто 30 августа 2004 года с помощью метода доплеровской спектроскопии. Масса этой планеты приблизительно равна 8 массам Земли, а радиус составляет 1,875 земного. 55 Рака И находится в приливном захвате, благодаря чему на одной стороне этой планеты никогда не наступает день, а на другой никогда не темнеет. Именно поэтому обращенная к звезде сторона всегда нагрета до плюс 2400 градусов по Цельсию, а на ночной стороне температура составляет плюс 1300 градусов по Цельсию. Такой высокий показатель можно объяснить тем, что расстояние, на которое планета удалена от своей звезды, равняется всего 183 десятитысячным астрономической единице. Кроме того, на планете вероятнее всего присутствует вулканизм, благодаря которому на 55 Рака И регулярно высвобождаются облака пыли, блокирующие тепловые выбросы. Сутки же на этой планете длятся чуть меньше 18 часов, а в атмосфере содержится гелий и водород. Также в ее состав входит большая доля углерода, который, вероятнее всего, образует в недрах планеты толстые слои, состоящие и из графита, и алмаза. При этом 55 Рака И не является единственным объектом в планетарной системе своей звезды, ведь кроме нее там также находится еще 4 небесных тела. Все они имеют гораздо более благоприятные условия, и именно это обстоятельство отличает систему 55 Рака Эй от следующего объекта. Его название — Полтергейст, или PSR-1257+12C, и он представляет из себя экзопланету, находящуюся в системе Пульсара. Данное небесное тело располагается всего в 0,36 астрономической единицы от центра системы. И это указывает на то, что Полтергейст не смог бы пережить взрыв сверхновой, который, вероятно, предшествовал возникновению пульсара. Следовательно, экзопланета могла появиться после данного события, например, из образовавшегося после взрыва вещества туманности. Также существует и другая гипотеза, согласно которой пульсар мог образоваться в результате слияния двух белых карликов, а этот процесс зачастую не сопровождается мощным взрывом. Но в силу того, что подобный объект наблюдается нами впервые, точный ответ о его происхождении науке пока неизвестен. Система небесного тела расположена в 2300 световых годах от Земли. А по массе Полтергейст примерно в 4 раза массивнее нашей планеты. Период же его обращения занимает примерно 66 дней. Кроме того, если мы когда-нибудь сможем приблизиться к этому загадочному объекту, то потоки радиации, которые выбрасывает пульсар, вероятнее всего уничтожат любой космический корабль. Учитывая все эти свойства, Полтергейст нельзя назвать самой опасной экзопланетой из всех тех, что нам известны. Ведь если при приближении к нему небольшое космическое тело может просто разрушиться, то при тесном контакте со следующим объектом оно и вовсе начнет испаряться. Причиной же этому станет сверхвысокая температура, которая присутствует на самой горячей из известных нам экзопланет — Кеплер-70b. Этот объект обращается вокруг субкарликовой звезды Кеплер-70. Температура поверхности здесь выше, чем на нашем Солнце, и составляет 6800 градусов по Цельсию. Масса объекта равняется 0,44 массы Земли, а радиус достигает 0,76 земного. Период обращения этого небесного тела равняется 345 минутам, то есть сутки здесь длятся менее 6 часов. При этом экзопланета регулярно проходит на расстоянии в 240 тысяч километров рядом с другим объектом в системе — Кеплер-70c. И на данный момент это самое близкое прохождение планет мимо друг друга из всех тех, что нам удавалось фиксировать. Сверхвысокая температура, которая присутствует на этом небесном теле,
может объясняться тем, что когда-то этот объект мог быть частью своей родительской звезды. Однако на данный момент вопрос об окончательном присуждении Кеплер-70b статуса экзопланеты остается открытым. При этом стоит отметить, что Кеплер-70b — это не единственное известное нам небесное тело, которое находится в таком тесном взаимодействии со своей родительской звездой. И еще одним объектом, находящимся в схожих условиях, является экзопланета под названием WASP-12b или WASP-12b. Это небесное тело находится в 870 световых годах от нашей системы. Ее радиус в 1,93 раза больше радиуса Юпитера, а масса равняется 1,46 массы самой крупной планеты Солнечной системы. WASP-12b находится на расстоянии в 0,03 астрономической единицы от своей звезды. Благодаря такому тесному сосуществованию температура на WASP-12b достигает 2200 градусов Цельсия. А из-за сверхмощной гравитации родительской звезды светило постепенно поглощает это небесное тело, и приблизительно через 10 миллионов лет экзопланета, вероятнее всего, полностью разрушится. Учитывая все эти условия, вряд ли нам удастся еще более подробно углубляться в изучение этой планеты. Ведь подобные миры, казалось бы, не могут представлять первостепенный интерес для науки. Однако некоторые из них обладают действительно уникальными свойствами и, несмотря на свой внешний облик, скрывают в себе намного больше опасностей, чем может показаться на первый взгляд. Например, пролетая мимо небесного тела HD-189-733b, можно подумать, что это безопасная планета, ведь внешне она очень похожа на нашу Землю. Но опустившись до уровня ее атмосферы, любого путешественника встретит несколько смертельных угроз. Ветры здесь состоят из частиц силиката и имеют скорость 8700 км в час. Кроме того, на экзопланете также идут дожди, в результате которых на поверхность выпадают осадки из расплавленного стекла. Основной же причиной для такой смертельной погоды являются крайне высокие температуры и состав атмосферы. Период обращения экзопланеты вокруг своего светила составляет примерно 2,5 дня. И вероятнее всего, планета всегда повернута к звезде одной стороной. По своим характеристикам, HD-189-733b — это ярко-голубой газовый гигант в созвездии Лисички. Его удаленность от нашей системы равняется всего 63 световым годам, а диаметр этого объекта на 1/10 больше, чем у Юпитера. Масса экзопланеты на 13% превышает массу самой крупной планеты в нашей системе, а обращается экзопланета вокруг оранжевого карлика. Расстояние от HD-189-733b до своей звезды в 30 раз меньше, чем расстояние от Земли до Солнца, и равняется примерно 5 миллионам километрам. Из-за такой близости на экзопланете постоянно поддерживается температура около 930 градусов на светлой стороне и не опускается ниже 425 градусов на темной. Первые исследования этого объекта начались сразу же после его открытия, и в 2007 году, пользуясь данными телескопа Хаббл, ученые обнаружили, что у HD-189-733b есть туманная атмосфера. При этом, когда планета находится между земным наблюдателем и звездой, ее атмосфера приобретает красноватый оттенок. Возможной причиной такого эффекта является находящаяся в атмосфере дымка, по предварительным оценкам, состоящая из частичек железа, силикатов и оксида алюминия. Кроме того, с помощью информации, полученной Хабблом, ученые также смогли подтвердить наличие водяного пара, нейтрального кислорода, а также органического соединения метана в атмосфере планеты. А после повторного исследования подтвердилось присутствие угарного газа на дневной стороне. Однако наибольшее число вопросов вызвали исследования, согласно которым в атмосфере планеты были найдены следы метана, находящегося в особом флуоресцентном состоянии,
испускающего электромагнитное излучение в ЭК-диапазоне. Такое состояние вещества говорит о наличии в атмосфере HD-189-733b неизвестной активности, которую еще только предстоит разгадать. Таким образом, благодаря исследованию этого объекта мы можем сделать вывод, что даже на самых неприспособленных для жизни экзопланетах все равно могут происходить процессы, которые представляют интерес для науки. А пока процесс их исследования будет продолжаться, такие миры еще долго будут оставаться для нас лишь планетами ужасов и всегда напоминать о том, как же нам повезло с нашей Землей. Расстояния от Млечного Пути до других галактик огромны и составляют, как правило, миллионы, а порой даже миллиарды световых лет. Из-за космологического расширения Вселенной расстояние между Землей и любым далеким объектом постоянно увеличивается, из-за чего его свет кажется более красным, чем на самом деле. Это явление называется красным смещением и служит для определения скоростей и расстояний в масштабах Вселенной. Однако спектр некоторых галактик, наоборот, смещен в синюю сторону, из чего следует, что они приближаются к нам. Например, к подобным необычным космическим объектам относится галактика М86, расположенная в скоплении Девы на расстоянии около 52 миллионов световых лет от Солнца. Она движется в сторону Млечного Пути со скоростью приблизительно 244 км в секунду, являясь таким образом одной из наиболее быстро приближающихся к нам галактик. Двигаясь с большой скоростью сквозь рассеянный газ, заполняющий скопление Девы, М86 постоянно теряет собственное межзвездное вещество. Этот процесс приводит к образованию длинных полос теплого ионизированного водорода, которые тянутся вслед за ней. Несколько таких нитей соединяют М86 с практически разрушенной спиральной галактикой NGC 4438. Предполагается, что в далеком прошлом эти галактики столкнулись друг с другом, что и привело к разрушению меньшей из них. Причем М86 не в первый раз уничтожает своих соседей. В ее гало найдены несколько звездных потоков, которые, скорее всего, являются остатками поглощенных галактик небольшого размера. Другой отличительной особенностью М86 является огромное количество шаровых звездных скоплений в ее составе. Согласно наблюдениям, их количество превышает 3800, что примерно в 25 раз больше, чем у Млечного Пути. Согласно одной из теорий, некоторые из этих скоплений могут быть остатками карликовых галактик, поглощенных М86 в прошлом. Если это действительно так, то она разрушила десятки или даже сотни других галактик. При этом внешний вид М86 не уникален. Похожую, но гораздо более ярко выраженную нестандартную форму имеет галактика ESO-137001. Она расположена в 227 миллионах световых лет от Солнца и обладает массой от 5 до 14 миллиардов солнечных. Большую часть звезд этой галактики составляют молодые и яркие голубые гиганты. А сама ESO-137001 принадлежит крупному галактическому скоплению Abel-3627. Двигаясь к его центру с огромной скоростью, составляющей почти 2000 км в секунду, она встречается с давлением межзвездного газа внутри скопления, в результате чего собственный газ галактики выдувается, образуя хвосты длиной до 260 тысяч световых лет. Причем масса межзвездного газа в данных областях в 2-4 раза превышает массу газа, находящегося внутри галактики. Неудивительно, что в этих гигантских вытянутых потоках, состоящих в основном из водорода, продолжается процесс образования звезд. Со стороны же ESO-137001 похоже на гигантскую космическую медузу, плывущую среди бескрайнего космоса. К сожалению, постоянный отток межзвездного газа сокращает продолжительность жизни галактики. Из-за дефицита вещества в ней перестают рождаться новые звезды, из-за чего значительно меняется структура спиральных рукавов и центрального балджа. Однако
изучение движения потоков газа, движущихся вслед за ESO-137-001, позволяет ученым больше узнать о темной материи и ее взаимодействии с другими космическими объектами. Говоря о рождении звезд, нельзя не вспомнить галактику с говорящим названием «Бэйби Бум». В ней рождается приблизительно 4000 звезд в год, что в 400 раз больше, чем в Млечном Пути. Несложные вычисления показывают, что новая звезда в этом секторе космоса загорается в среднем каждые 2 часа. Бэйби Бум расположена на расстоянии около 12,2 миллиарда световых лет от Земли. Это означает, что наблюдая за ней, мы видим события, которые происходили спустя всего лишь 1,5 миллиарда лет после гипотетического Большого Взрыва. Вселенная на тот момент только формировала свою структуру, и процессы, происходящие в данной галактике, в значительной мере отличаются от ожидаемых. Пока неизвестны причины столь активного звездообразования в этой части космоса. Но несомненно, что наблюдения за Бэйби Бум очень важны для понимания ранних стадий эволюции нашей Вселенной. Одной из немногих галактик, которые можно увидеть в любительский телескоп, является Сомбреро, известная также под индексом М104. Она расположена в 30 миллионах световых лет от Солнца, имея диаметр примерно в 4 раза меньше, чем у Млечного Пути. Отличительной особенностью Сомбреро является массивное кольцо из пыли и холодного водорода, охватывающее галактику. Согласно наблюдениям, большая часть молодых звезд образуется именно в нем. Кроме необычного кольца, Сомбреро примечательно сложным внутренним строением. Исследования, проведенные с помощью космического телескопа Спитцер, показали, что большая часть звезд в ней образует структуру, типичную для эллиптических галактик. В основном это довольно старые желтые и красные карлики. При этом другая часть светил образует спиральные структуры, скрытые внутри эллиптического облака. Предполагается, что это явление может быть последствием столкновения двух галактик, в результате которого составляющие их звезды смешались между собой. Удивительно, что после такого масштабного слияния галактические структуры не были полностью разрушены и все еще доступны для наблюдения. Еще одной особенностью Сомбреро является необычайно мощное рентгеновское излучение, исходящее из центра. Предполагается, что его источником может быть аккреционный диск сверхмассивной черной дыры. Согласно расчетам, ее масса может превышать миллиард солнечных, что делает данный объект одной из самых массивных черных дыр, известных на настоящий момент. Также в галактике зафиксировано несколько источников мощного сверхвысокочастотного излучения, природа которых пока остается загадкой. Другим объектом со сложной внутренней структурой является галактика М64, называемая также как «черный глаз». Причиной такого названия стала темная полоса космической пыли, частично закрывающая ее центр от земных наблюдателей. Эта туманность, а также необычайно яркое и активное ядро не позволяет определить даже приблизительное количество светил, образующих черный глаз. Известно лишь, что она сравнительно небольшая и близкая к нам галактика. Ее радиус достигает 25 тысяч световых лет, а расстояние до Млечного Пути составляет около 17 миллионов световых лет. Черный глаз состоит из двух ярко выраженных частей. Причем внутренний диск вместе с балджем вращается в одну сторону, а внешнее кольцо — в другую. Наиболее вероятной причиной столь необычного строения является слияние двух галактик меньшего размера в далеком прошлом. Однако для образования такой удивительной и четкой структуры необходимо сочетание множества независимых факторов. Например, исходные галактики должны двигаться со строго определенными скоростями и находиться под определенным углом друг к другу. Так что же мы знаем о квазарах и почему они вызывают такой интерес? Квазар представляет собой мощный источник радиоизлучения с крайне малыми угловыми размерами. Из-за этого их на протяжении долгого времени не удавалось отличить от обычных звезд.
А само слово «квазар» образовано из двух сокращенных английских терминов и в буквальном переводе означает «похожий на звезду радиоисточник». Изучение этих космических объектов помогает пролить свет на события, которые происходили на ранних этапах развития Вселенной. Первые квазары были открыты в конце 50-х годов прошлого века с помощью мощных радиотелескопов. Ключевую роль в этом сыграла обсерватория Jodrell Bank, которая расположена на территории Великобритании. Сперва обнаруженные объекты поставили ученых в тупик. Линии в их спектрах не соответствовали ни единому из открытых на тот момент химических элементов. Однако в 1963 году голландский астроном Мартин Шмидт высказал предположение, что спектр квазаров сильно смещен в красную сторону. Обратное преобразование позволило увидеть явные линии водорода и магния, а также других привычных нам элементов. Это означало, что в основе свечения квазаров лежат те же самые фундаментальные физические явления, что заставляют светиться звезды. Согласно расчетам, квазары должны иметь светимость в сотни миллиардов солнечной, массу, сравнимую с массой галактики, и сравнительно небольшой поперечный размер – порядка нескольких световых часов. Что же за объект может иметь такие показатели? Согласно современным научным представлениям, квазары — это ядра очень далеких галактик. Они состоят из сверхмассивной черной дыры и очень горячего аккреционного диска. Вращаясь с огромной скоростью, газ в диске нагревается до крайне высоких температур, что заставляет его излучать невообразимое количество энергии. В настоящее время открыто около 200 тысяч квазаров. Самые близкие из них можно даже наблюдать в любительский телескоп. Однако наибольший интерес представляют дальние объекты этого типа. Они открывают завесу тайны над событиями, происходившими на заре Вселенной. В 2016 году оптическим телескопом Pan-STARRS, расположенным на Гавайях, был открыт квазар PSO-167-13. Позднее это открытие было подтверждено телескопами Алма и Хаббл. Три года спустя, во время наблюдения за этим же объектом с помощью радиотелескопа Чандра, была замечена парадоксальная ситуация. За 16 часов наблюдений телескоп зафиксировал всего три фотона, причем все они обладали крайне высокой энергией. Эту ситуацию объяснили тем, что PSO-167-13 скрыт от земных наблюдателей газовым облаком. Фотоны рентгеновского спектра обладают достаточно высокой энергией, чтобы преодолеть завесу. Они были зафиксированы Чандрой. Но как же так получилось, что квазар виден в оптическом диапазоне, но почти не виден в рентгеновском? Ведь фотоны низких энергий, соответствующие оптической части спектра, тем более должны были поглотиться облаком газа. Данное явление может объясняться тем, что за три года, разделяющих наблюдения Pan-STARRS и Чандры, космическая туманность, маскирующая квазар, очень сильно увеличилась в размерах. Однако стоит помнить, что речь идет о многих триллионах тонн вещества, и механизм, способный так стремительно изменить размеры гигантского космического облака, еще предстоит описать. К сожалению, результаты повторных оптических наблюдений PSO-167-13 пока не обнародованы. Не исключено также, что Чандра зафиксировал излучение не PSO-167-13, а другого квазара, расположенного поблизости от него. В этом случае человечество обнаружило интереснейший случай двойного квазара. Однако, где же в таком случае рентгеновское излучение самого PSO-167-13? Этот вопрос пока остается без ответа. Очевидно, что данный космический объект требует дополнительных наблюдений. Если же говорить про расстояние до PSO-167-13, то свет шел от него до Земли около 12,5 миллиардов лет. Однако из-за расширения Вселенной расстояние между квазаром и нами существенно увеличилось. Чтобы достигнуть данный объект, свету Солнца придется лететь примерно
30 миллиардов лет. Этот квазар возник спустя всего 850 миллионов лет после рождения Вселенной. Он является самым древним и самым дальним среди скрытых квазаров. Однако новые наблюдения могут это изменить. Также вероятно, что PSO-167-13 является двойным квазаром, что делает его исследование еще более интересным и важным. Точных данных по светимости и массе PSO-167-13 пока нет. Он схож по параметрам с другими объектами этого типа, а значит должен излучать поток энергии, близкий к яркости нескольких десятков галактик, подобных Млечному Пути. Масса же квазара с большой вероятностью лежит в пределах от 100 миллионов до миллиарда солнечных. По оценкам ученых, скрытые квазары могут составлять большую долю всех объектов данного типа. Их изучение крайне важно для получения знаний о ранних стадиях развития Вселенной. Обнаружить скрытый квазар намного сложнее, чем незамаскированный, но современная астрономическая техника способна и на это. Некоторые ученые высказывают предположение, что существование квазаров является свидетельством в пользу теории большого отскока. Согласно этой теории, Вселенная переживает бесконечные пульсации в виде попеременного большого взрыва и большого сжатия. Современная космологическая теория не смогла предсказать существование настолько массивных черных дыр на столь ранней стадии развития Вселенной. Сторонники теории большого отскока считают, что они сформировались задолго до появления нынешней Вселенной. Однако данная теория не имеет весомых экспериментальных подтверждений и является практически полностью теоретической. Желтый карлик под названием Солнце, что ежесекундно дарит нам свет и тепло, расположен на окраине Млечного Пути и обращается вокруг центра галактики под так называемой гравитационной окружности. Это означает, что скорость движения нашего светила с высокой точностью совпадает с вращением спиральных рукавов галактики, которые являются областями активного образования звезд. Благодаря этой удивительной синхронности Солнечная система практически никогда не пересекает рукава, избегая губительных вспышек сверхновых, а также близости горячих и активных звезд. Диаметр этой галактической орбиты также имеет значение. Если бы Солнце находилось ближе к центру Млечного Пути, изобилие тяжелых элементов сделало бы формирующиеся планеты слишком большими и массивными. Кроме того, мощное ионизирующее излучение галактического ядра уничтожило бы любые попытки зарождающейся жизни закрепиться на поверхности планет или их спутников. Однако при удалении от центра галактики резко снижается разнообразие химических элементов. В этом случае каменистые планеты с разнообразным составом, подобные Земле, не смогли бы сформироваться. Солнце было бы окружено в лучшем случае газовыми и ледяными гигантами. Внутри Солнечной системы также нетрудно заметить ряд удивительных совпадений. Например, Земля располагается на идеальном расстоянии от Солнца, вращаясь по стабильной орбите с малым эксцентриситетом. Траектория движения нашей планеты очень близка к ровному кругу. Изменение ее диаметра всего на 5% в любую сторону приведет к тому, что наша планета либо покроется ледниками, либо будет окутана плотной оболочкой из водяного пара. В любом случае, любая высокоразвитая жизнь перестанет существовать. Кроме того, само Солнце обладает рядом крайне важных свойств. Оно не слишком горячее и не слишком холодное, а также имеет продолжительное время жизни. Горячие звезды, хоть и формируют вокруг себя широкую зону обитаемости, имеют малый срок жизни, а также избыточно мощное ионизирующее излучение. Более холодные светила, такие как красные карлики, имеют слишком узкую зону обитаемости. Как правило, она расположена очень близко к звезде, и планеты, которые находятся в этой зоне, часто оказываются в приливном захвате светила, что приводит к их неравномерному нагреву и большим перепадам температур. На эти соображения можно возразить, что это не Земля идеально подстроилась под человечество, а жизнь адаптировалась под имеющиеся условия.
Это верный аргумент, однако если немного углубиться в структуру Вселенной, обнаружатся факты, которые невозможно объяснить с его помощью. В первую очередь необходимо отметить, что только в трехмерном пространстве возможно существование стабильных орбит у небесных тел. Более того, при количестве измерений, отличающемся от трех, электронные орбиты в атомах вещества становятся нестабильными. Проще говоря, электроны в атомах либо неизбежно падают на ядро, либо разлетаются в пространство. Таким образом, существование атомов в многомерном пространстве невозможно. Такая Вселенная будет наполнена лишь излучением и отдельными элементарными частицами. Следующее соображение заключается в том, что в основе всей современной физики лежат несколько фундаментальных величин. Обычно в этот список включают скорость света, гравитационную постоянную, постоянную Планка, элементарный заряд, а также массы электрона и протона. Все эти величины, измеренные экспериментально и на настоящий момент, считаются независимыми друг от друга. Однако объяснение, почему их значения именно таковы, современная наука не дает. Известно, что свободный нейтрон немного тяжелее, чем система из протона и электрона. Если бы это неравенство не соблюдалось, то водород не мог бы существовать, так как его атом сразу после образования мгновенно превращался бы в нейтрон. Без водорода во Вселенной не было бы звезд, а значит и других, более сложных элементов. Если бы коэффициенты Кулоновского и сильного взаимодействия немного отличались от нынешних значений, то реакция термоядерного синтеза в недрах звезд была бы невозможна. Увеличение гравитационной постоянной приведет к тому, что звезды будут сжиматься слишком сильно. Следствием этого станет возникновение множества больших и горячих светил с малым временем жизни. После их выгорания большая часть материи Вселенной будет погребена в недрах черных дыр и нейтронных звезд и никогда не сможет сформировать планеты, спутники и другие космические объекты. Уменьшение же этой постоянной приведет к тому, что гравитация не сможет сжать сгустки межзвездного газа достаточно сильно, чтобы термоядерная реакция стала самоподдерживаемой. В этом случае звезды просто не вспыхнут, а Вселенная будет наполнена гигантскими коричневыми карликами. Изменение коэффициента электромагнитного взаимодействия в любую сторону приводит к невозможности химических реакций и образования сложных соединений. С другой стороны, если кулоновское взаимодействие было бы сильнее, чем сейчас, то никакие элементы тяжелее бора не смогли бы существовать. Их ядра просто разорвало бы электромагнитное отталкивание протонов. Образование во Вселенной тяжелых элементов возможно исключительно по причине сочетания ряда факторов. Только благодаря существованию особого состояния углерода возможна реакция превращения гелия в углерод. Это явление называется углеродным резонансом и играет важнейшую роль в образовании тяжелых элементов и их распространении по Вселенной. Ведь именно благодаря ему происходят вспышки сверхновых, в результате которых сбрасываются внешние оболочки звезд. Атомы, созданные в их недрах, рассеиваются по космическому пространству, формируя планеты, спутники, астероиды и другие небесные тела. Между тем, углерод крайне важен для появления жизни. Ведь только он способен формировать длинные разветвленные цепочки, давая основу для невероятного разнообразия химических соединений. Жизнь в привычном нам понимании возможна только на основе органических соединений, немыслимых без углерода. Таким образом, можно заметить, что сама Вселенная, жизнь в ней и разумные наблюдатели в лице человечества существуют исключительно благодаря ряду удивительных и неочевидных совпадений. Теории, которые могли бы их объяснить, как правило, лежат за пределами физики и относятся скорее к философской области знаний. Одной из них является антропный принцип. Хотя термин появился лишь в 1973 году, идеи, которые легли в его основу, прозвучали гораздо раньше. Например, в работах советского ученого Григория Идлиса от 1958 года можно найти следующие слова. «Мы наблюдаем заведомо непроизвольную область Вселенной, а ту, особая структура которой сделала ее пригодной для возникновения и развития жизни».
Подобное видение называется слабым антропным принципом. Гораздо позже был сформулирован так называемый сильный антропный принцип, который гласит, что Вселенная должна иметь свойства, позволяющие развиться разумной жизни, либо, другими словами, для существования Вселенной необходим наблюдатель. Последняя формулировка опирается на важную роль наблюдателя в квантовой физике. Его присутствие радикально меняет поведение частиц, а следовательно, наблюдатель всегда является неотъемлемой частью эксперимента. Также можно встретить следующую формулировку. Законы нашей Вселенной таковы, потому что только в такой Вселенной мы можем существовать. Антропный принцип подразумевает предположение, что теоретически возможно существование других вселенных или областей единой вселенной с иными физическими законами. Однако либо человечество не способно их наблюдать, либо эти гипотетические миры не обретают реальность, так как не имеют наблюдателя. Данное предположение может быть развито в теорию мультивселенной или в гипотезу о том, что базовые физические константы могут менять свои значения со временем. Однако наблюдения над доступной нам частью Вселенной показывают, что фундаментальные постоянные не меняются со временем. А представление о мультивселенной невозможно описать с научной точки зрения. В целом, антропный принцип во многом выходит за рамки научной картины мира, требуя метафизического подхода. Станислав Лем высказался по данному поводу следующим образом. Это попытка объяснить неизвестное через неизвестное. Также антропный принцип входит в очевидное противоречие с принципом заурядности, который гласит, что доступная человечеству для наблюдения область космического пространства не является чем-то необычным, и в рамках Вселенной существует множество подобных мест. Например, Млечный Путь не обладает какими-либо уникальными особенностями строения. Его положение в крупномасштабной структуре Вселенной ничем принципиально не выделяется среди миллиардов других галактик. К тому же в современной физике принят принцип однородности пространства, согласно которому в каждой точке Вселенной законы природы остаются одинаковыми. Верность этого постулата подтверждается многочисленными наблюдениями за окружающим миром. С давних пор человечество задается вопросом, одиноки ли мы во Вселенной? Уникальна ли наша родная планета? Или Млечный Путь содержит иные миры, подобные Земле? А может быть, мы видим лишь самый край бытия, и Вселенная скрывает что-то невероятное, недоступное нашему пониманию? Наука пока не дает уверенных ответов на эти вопросы. Их получение могло бы перевернуть наше представление об окружающем мире и вывести познание на новый уровень. А пока каждый волен решать для себя сам. К сожалению, подобные космические путешествия еще долго будут уделом фантастики. Исследование космоса только начинается, и в будущем нас ждет еще множество удивительных открытий как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Каждый новый шаг по этому пути дает ответы и создает новые вопросы. Так перед нами одна за другой открываются грани величайшей головоломки под названием «Вселенная».